Улица Теодора Драйзера, 38. Десятиэтажный кирпичный дом 1995 года постройки. Двор тенистый, много деревьев и цветущих кустарников. Входы в парадные в удовлетворительном состоянии, установлены домофоны. Во дворе есть детская площадка. Места для парковки есть, но их недостаточно. Неподалеку расположен детский сад, школа, торговый центр, район, торговый комплекс с магазинами и разнообразными заведениями сферы услуг. Дом в удовлетворительном состоянии.